мы переместились в комнаты ожидания. Там, конечно, хорошо, но здесь еще лучше. Мы пошли в Coffee Day. Я, наверное... А что это, сет? Сэндвич бург. Может, что-то сладкого хочется. Так. Какой кексик-то взять? Чего только у них нет. У них даже чикен сэндвич есть. Безобразие какое. Так. Морковный какой-то тортик. Целый тортик за 585. А что же у них все... А, нет, это чиз сэндвич. Сырный сэндвич, да? Я надеюсь, он не куриный. Да, вот вроде этот неплохо выглядит. Так, кофе и чиз сэндвич. Он и большой, 109 рупий. Прелестно. Так. Darling, I like 109 cheese sandwich. Big sandwich and coffee. Good coffee. Я сижу, я жду. Все. Дождик опять. Ну, хоть есть время намонтировать видео отсюда, а то все в бегах да в бегах. Розеточку нам выдали. Сейчас мы вытащим свои удлинители. И опять будет у нас хорошо и уютненько. Вот тут здесь хорошо. I sit down. Ага, все. Devil bring? А, камин, камин. Ну и хорошо. Вот, камин. Хороший такой. Ресторанчик. Холодно. Замечательно. Darling, окей, капучино окей, or what? Ага, because late. Я хотела черный, но капучино тоже нормально, потому что поздно, да, уже. С черного у меня штырить будет и колбасить. Ага, спасибо. Thank you. Ой, какая красота. Ой, как много всего здоровского. Darling, you have to help me. Давай кетчуп, ага, давай. Спасибо. Thank you. Угу. Последний чай, говорит, перед сном. Last чай before sleep. Very good, да. У нас ночной поезд. Ешвантпур экспресс наш, да? Ешвантпур экспресс? Да. А я вот так возьму, потащу. Все хорошо. У нас A2. A это air condition. С кондиционером, холодненький. Учитывая, что здесь жарко, с кондиционером, конечно, неплохо. В эйр-кондишене нужны носочки, потому что там все-таки прохладненько. А я не думала же, что мы же всегда этим слипером, но не всегда, но по большей части. А Саши, он предусмотрительно, он себе две пары носочков взял. Нормально. Да, теперь он со мной делится своими носочками. Он уже одел. Ой, как их много там. Сидит, зависает. Это же не наш. This not our train. This local train, darling. Это местный поезд. Это не наш. Наш должен прийти. Они даже не остановились.
сеть на подножках. А наш поезд крадется с другой стороны задом. Задом пятится. Упс. Опять не наш. Да что ж такое-то? Васко де Гама? Васко де Гама это Гоа. Гоа. Maybe coming from Vasco. Maybe. We will see. Может быть, наш поезд и с Васко и едет? Ешвантпур. Наш. Они, значит, в Гоа едут. Или на Гоа. Да что ж такое-то? Куда они все торопятся-то? Это для инвалидов, по-моему, он говорит, хэндикэп. Ну вот потихонечку кондишн подъезжает. Вот эти вот окна, чтобы холод не улетал. Чтобы жара не влетала в вагон. Это же один, дарлин. This is one. Да давай, ага, иди. Изнутри, говорит, пойдем. Наш второй вагон. Это как бы купе. Вот номер. Вот эти наши, да? Купе у них не закрываются. Они только занавесками занавешиваются. Дверей нет. Ага. Но зато здесь дают одеялки. Подушки уже заправлены в чистые наволочки. И постельные вот там. И они двухэтажные. Есть двухэтажные, есть трехэтажные air condition. Угу. Ну все. Тут уже большая семья пришла. Мне нужно туда уползать, наверное, да? I go to you. Да, пока мы тут посидим сейчас. А потом расстелимся. Хорошо. Угу. Да, он хочет и наше использовать, одеялко и хозяйское. Ну, сейчас двинемся. Мы сделаем себе домик, вот так укроем. Все домики себе, как в детстве, сделаем. Сюда нищие не заходят, попрошайки не заходят в эти IC-вагоны. Их сюда не пускают, по-моему. Во всяком случае, я не видела. Ада. Заправляет меня. Говорит, лучше свои одеяла использовать. Ну, это правильно, конечно. Тут две простыни, одна простыня для одеялка. А у них вот они теплые очень. Вдруг, а? Не-не-не, this is not blanket. This is bedsheet. Ага, не надо. I put my chopper inside. Be careful, darling, be careful. Аккуратненько, там ручка, hand there, darling. Ну, мебеля тут порушил. Для спасения мужа я пойду наверх. Он говорит, там air condition, поэтому он не хочет простудиться. Придется мне лезть. Ну все, поняла. Вот они, рассадники холода. But it's with clothes. I need air. I will close all the same. It means you don't want air? No, I don't want light. No, light is not. There is no. Не спорьте со мной. Don't quarrel with mama. Так, где моя сумка? Where is my bag? Все. Все, спокойной ночи. Good night. Good night.
Ну все, я в домике. Я в домике, можно спать. Очень хорошо. Так и не особо холодно, конечно. Чего меня наверх загнал? Мне лень вставать, я снимаю, как выглядит наш поезд рано утром. Отняла у Саши нижнюю полочку. Он меня наверх отправил, и всю ночь там горел свет. Он вроде бы все равно же занавесочки, но все равно мне это так мешало. Вот, сейчас буду досыпать, нам еще полтора часа ехать. Анантапур. Приехали в Анантапур. Сейчас Саше без 5-6. Сейчас он себе чаю, может быть, купит там на станции. Если есть. А в 7 или в 7 с чем-то. Прошанти не лаям. Кофе. Пахнет. Слабенький. Доброе утро. Сэрам, как хорошо. Далеко, правда, от входа, от самой станции. Ну что? Что-то мне наверху было жарко. Да. Много народу приехало для Гуру Пурнима. Сегодня вечером будет обход вокруг Путапарти продакшена. И много преданных Саи Бабы хотят сделать обход. Большая сила в этом обходе. И плюс 9-го Гуру Пурнима. Пурнима – это полнолуние. Полнолуние, посвященное Гуру. В ашраме будут большие праздники. Очень много приехало. Класс. Ну, рикши знают, наверное, к каждому поезду подъезжают и знают, что сегодня много народу будет приезжать, и завтра, наверное, много. Никогда так много не видела, чтобы с одного поезда людей приезжало. Нам даже было трудно билеты купить, потому что Гуру Пурнима, а многие индийцы предпочитают ехать к своему гуру. Это все люди, которые выбрали своим гуру Саи Бабу. Будведер, да.
очень хорошая погода. Радостно. Ну вот здесь, если немножко отойти, то можно и до рейсового автобуса дождаться. Открываются, в 8 начнется служба в ашраме, будут читать веды, потом баджаны. Девушка в розовом селфится. С юношей, с мальчиком. Чего он там напокупал-то? Печенье какие-то зачем-то. Надо упали. Он говорит, печенье это для семьи Патрика, для наших обезьянок. Все ли в порядке? Все в порядке. Патрик Фэмили не заходил. Проверить же ж надо. Так. Здесь тоже. Все. Very good. Мы дома. We are home. Home, home, sweet home. Very good.